Конечно, я играю на офф. Я что, какой-то дебил, не на офф играть? Сейчас бы на пиратке играть. Если ты про то... А ведь оплату запретили. Как зайти в игру? Напоминаю, платирую и фанпэй. 2000 рублей. 1700-2000. Два месяца игры. Dragonfly стоит 3600. Базовое издание. На платирую и фанпэй. Не реклама, но то, как все сейчас играют. Очередь на Пламегоре на 3 часа. С самого утра. Никто не играет в России и Беларуси в Warcraft. По-любому сплошные казахи сейчас сидят. Казахи, киргизы, украинцы. Только они сейчас играют в Warcraft по-любому. Чисто от души. Нарезки перед сном смотреть. Спасибо. Спасибо огромное. Ну, нейм. Здорово, морячок, как у день недели? У нас, конечно, танк лютый, я смотрю. Любит под полочку по схеме 99999. Уважаю его намерения. Люблю вот когда... Эх, люблю рыжих. Вот. Люблю рыжих. Так, ну как рыжих, да? То есть какой танк? Ну-ка проверяем. Ну-ка проверяем рыжий. Да что ж такое шепнуть? Не рыжий. Какие-то аферисты опять. Что ж такое-то, а? Ребят, почему аферисты звонят по колдауну? Какая доставка, Оль? Алло. Здрасте. Ага. А вы откуда? Какая? Какого? А, ну давайте. Ага. Хорошо. Да. Ага. Оль! Угадай, кто звонит! Ты сказал, давайте! Серьезно? Ой, Оль, да все равно все поставит у порога, да и все, какая разница? Ну капец, Оль! Капец, представляете, ребят? Ну какая разница просто, капец, там тип ездит. Он же дурак, он забрал заказ, он будет с мясом нашим ездить по жаре, который на улице. Ну я не хочу отсюда выбегать, я хочу все спулить и просто умереть. Вот все, что я хочу. Танк тоже намерен на это? Или он просто всю локацию пулит, и ему нормас? Нормас, потому что он грибобас! Он грибобас! Ты альянс будешь одевать, но у тебя даже не докачаны. Да я их докачать хочу! Никита, ты чем слушаешь? Дела мои. Ну, хреново дела. Я должен был всю энергию магическую сосредоточить на выпадение топора, и там этот... Здравствуйте! Я сказал. С 5 октября... Выходит уникальная вещь под названием 50% бонус опыта. 50% бонус опыта, ребяточки. На Dragonfly. И я, соответственно, чтобы им воспользоваться, очень плотно захожу туда и прокачиваю альянсеров для донатного голосования. Чтобы, очевидно, они были, если альянс победит. Чтобы, очевидно, когда... Я что, вот, типа, не вижу ничего плохого в том, чтобы Оля открывала дверь, да? Там, типа, приедет довольно-таки такое, знаешь, тяжелое все. Но один хрен он всего порога поставит. Оля говорит, что, типа, ей тяжело будет носить. Ну, блин, не носи. Очевидно. Что там? Можно взять вот эти вот мясо, которое, типа, тяжелое. И за пару заходов донести до холодильника. Так что не вижу в этом прям какого-то такого батхерта, из-за которого я начал сейчас посреди стрима волнение начинать какое-то. У меня жена говорит, что я занимаюсь демагогией, ребят. Осуждать? Или что делать? Или что делать? Ребят, мне очень грустно. Почему жена душит меня прямо на стриме? Что мне делать? Что мне делать? Не знаю, Оль, по-моему, тебе надо быть умнее. Очевидно. И самой этот разговор не развивать. Ребят, я не знаю, что мне делать. Я сейчас с женой поссорюсь. Я развожусь. Или что делать мне? Есть информация, что делать? Развожусь из-за того, что у меня жена пакет не может встретить. Ну, потому что там два Оль заказа. И потому я его и сказал, потому что он был с этой самой, где кофе. Но забыл, что он с кофе тоже. Ну, потому что он дебил, он сказал, что он едет с метра. Держу в курсе. Он сказал, с метра он едет. Сложно. Короче, вы не поняли, ребят. Сложный пакет, в котором был только кофе. Максимум килограмм весит. Тяжело. Мало бы.
Ну и что? Теперь могу придумать факты, как хочу. Кручу-верчу. Хочешь хуй пока... Осуждаю. Подожди, я ничего не понимаю. Мне все же с Павлом Балтычевым. Ну, Балтычев, тут звучит тупо. Балтачев гораздо лучше. Вот смотри, Балтычев. Ты представляешь? Балтычев в доске. И что делать? Представь. Вот ты родился, да, и тебе кто-то сказал, что у тебя фамилия так считается. Почему ты не хочешь, чтобы она по-другому читалась? Как я хочу, чтобы читался. А реванщик, вот реванщик надо говорить или что делать? А теперь мое любимое, ребяточки, мое любимое. Готовы? Ну, помимо моей жены, как бы. Подлизуюсь. Так, короче, что, начать прогноз. Подожди, спокойно. Так, меньше или больше, ребят? Начинаю голосование. Гачимучи прислал мне халды на почту. Меньше 90 халды или больше 90 халды, ребят? Как считаете? Потому что я просил скинуть мне минимум 100. Поэтому голосование началось. Больше 100, ну, 90. Либо меньше 90 халды скинул. Голосуйте на Твиче. Так, что там по голосованию, ребят? Большинство проголосовало за меньше. Ну, гуля, как много голосующих. Прикольно, давайте. Так, давайте посмотрим. Ха-ха-ха-ха. 66-66. Спасибо большое за халду. А можно еще прислать халду, ребяточки? Умоляю. Меньше 90. Ну почему всегда меньше, ребят? Ну кто-нибудь навалить побольше. Дорогие, ну что за дерьмо? Да, люди не могут, блин, халды накинуть. Я бомж, я сижу 400 халды. Кто я вообще после этого? Я иду в Нексус, правильно, сначала? Давайте Нексус, пока я с ума не сошел уже. Идет, представляете, второй курьер. Здравствуйте, а можно я пораньше привезу? Я такой, не вези мне раньше, мразь! Бедненький. О! В кредит! Спасибо вам за поддержку. Это счастье для меня, спасибо большое. Жа-жа-жа-жа. Думаешь, мне хоть один предмет выпал? Там это, сидит прист, который. Уже все фиолетки на себя одел за один проход со мной. Так, что тут? Убиваем дракона сразу, давай. Сразу драгона будем бить, или что? Давай сразу его бить. Тут несколько этих драгонов прилетят руинить нам все. Забанили. И вот скажите, пожалуйста, какая вероятность, что я сейчас упал с дракона и лечу в могилу? Подожди, стоп! А чё я не умер? Чем занимается этот вурдалак? Кольцо дерьма! Конечно же, с интеллектом! И тем временем сейчас этот приз сидит такой. С каждого босса шмотка, ёлы-моёлы. Приз все шмотки уже одел в мире. Ля, заду... Это счастье для меня! Капец, вот ты, вонючка. В смысле? Впервые заданил. Спасибо. Не предлагать. Ну, знать, в один раз, ты можешь дать мне еще разочек, дорогой. По акции. Было бы неплохо. Ты как раз сказал предложить тебе акцию. Ну, может, ты, конечно, немного другое сказал. Но это не важно. Берсерков надо бить, ребят. Обновил дотки. Сейчас они нас это... Захотят зафирить. Одного точно убьем. Второму точно свою каст. Блестящий плей. Фу, ребят, классика очень интересна. Знаешь, вот без рофлов сижу, вроде капец, вот кал-калом, да? А как-то увлекательно, потому что шмотку хочется выбить, капец как. Через 10 минут курьер приедет, надо как можно быстрее пройти подземелье, иначе Оля такая... Как вурдалаки у меня из Warcraft 3, помните? Да, иду! Точно так же сидит.
Я люблю ебать мозги. Ну, там была немного другая фраза. Сужда! Мат? Ладно, Оля у меня не такая. Но шутка была типа смешная, как будто. Так, проголосовали, ребят. Что там, как? Больше поставили, глянь. Больше побеждает, ребят. 222 голды! А вот это уже неплохо! Ладно, потому что я стрим заканчиваю. Спасибо большое за стрим, за поддержку, за донаты, за жив-жлива. Увидимся уже, получается, что вечером с 18.00. Кто не писался, подпишитесь, поставьте лайк везде. Обязательно на Discord, на YouTube тоже подпишитесь. Там куча гайдов по личкингу сейчас выходит. Так что смотрите смешные подборки. В Discord общаемся, ребяточки. И, как всегда, бак-бак-бак-бак-бак-бак-бак.